Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Хотите удивить родных и близких? Приготовьте скумбрию именно по этому рецепту. И уверен, все гости, знакомые, родные будут реально очень удивлены. Пробуйте, кидайте в копилку и готовьте вместе со мной. Поехали! Для начала нам нужно разделать скумбрию. Я отрезал голову, удалил хвост, удалил внутренности, разрезал именно по хребту и удалил все кости. Вот таким образом у нас должно получиться филешка. Да, ее обязательно нужно помыть. Берем, переворачиваем. И режем порционно, не дорезая, до середины. Скумбрию сразу отправляем в форму. Форму застелил пергаментом. И теперь просто каждый кусочек поворачиваем как бы наверх. Вот таким вот образом у нас должно получиться. Уже скумбрия выглядит очень богато. Тут можно даже сравнить с красной рыбой, друзья. Вот именно вот этот вот способ, ну, реально очень праздничный. Теперь готовим вкусный соус именно к рыбе. Чайная ложка сладкой паприки. Теперь буквально на кончике беру имбирь. Буквально щепотка соли. Смесь перцев по вкусу добавляю. Буквально чайная ложка лимонного сока. Можно чуть-чуть больше. И примерно 2-3 столовые ложки соевого соуса. Хорошенечко это все перемешиваем. Берем кисточку и хорошенечко смазываем рыбку. Все, отправляю в духовку. Запекать буду при температуре 190-200 градусов примерно 20 минут. Единственное, что я не сделал, это не смазал пергамент. Но ничего страшного, рыба отошла от пергамента. Обязательно нужно именно на горячую снимать, именно от бумаги. Но если есть такая возможность, смажьте маслом. В общем, вот такая вот красота у нас получилась. Пробуем, да? Думаю, стоит попробовать на камеру. Маринад к такой скумбрии, конечно, может быть любой другой, какой вам нравится. Друзья, именно сам способ, ну просто очень праздничный, очень красивый. Можно удивить и семью, и родных, и гостей. Готовьте вместе со мной, радуйте и родных, и близких. Не забываем комментировать и подписываться на канал. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.